Ну, здорово всем, Валхейм. Ну, побежали куда-нибудь. Если как костер, то второй горит долго. На основании чего? Ну ладно. Прости, что вообще такое? А, ну ладно. Это, наверное, сортир был. Ой. Сломал сортир. Бывает. Так, ягодок пособираем. Пригодятся. Бежали дальше вдоль речки. Все-таки мне надо найти этот кремень, блин, дурацкий. Ему пусто было. Попадаться, это хорошо. Маленьких количеств пока что. Ничего. Ой, далековато улетел. Надо дубиночку взять, может попроще будет. Я еще и в воде драться могу, нехило. Еще можем плавание тренироваться. Какая прелесть. Кабан, блин. Так, а тут река, смотри, как хорошо расходится. Да ладно, уточка, что ли? Плавать, конечно, надо учиться. Что-то если не хватает выносливости, когда ты плаваешь, то ты просто переворачиваешься на спину и пузом плывешь, так сказать. Самый эффективный способ. Отдохнул, поплыл дальше. Как правильно он сейчас называется, я не знаю. Когда еще плаванием занимался, у нас там долго плавали, блин. Задолбываешься, бывает. Если там, где глубокий бассейн, не для детей. На спину пернулся и язык высунул там до колен. И отдыхиваешься. Ну, еще плюс, я курящий человек, так что... мягко сказать, с выносливостью маленькие проблемки. Размером там с трехэтажный дом. Этажный не подойдет.
Черт, маловато кремния, это ёлы-палы. Сколько я его тут насобирал-то? Это копейки. Ну, штук 50 насобираю. Камни-то, надеюсь, это долбить можно будет? Кирку когда сделаю. ХП, я смотрю, потихонечку восстанавливается. А, вон еще кремень. Удобно собирать. Вообще-то мне больше нравится не кремний собирать, а вот эта вот местность рядышком. Такое впечатление, что она идеально будет для стройки. Здорово, парни! Так, вес. Ну, вес пока приемлемый, да? Правда, маловато. Так, кожа. Уже хорошо. Хоть на что-то дохватит. Так, но у меня есть проблема. Место-то хорошее, я вот хрен ж доплыву. Что это вот за камни тут? Это что сейчас было такое? Я что-то не понял. Надо не забыть потом по записи посмотреть, какая там минута. А. Правда, сейчас придется вертаться. Не, вот этот полуостровочек мне нравится. Очень сильно. Реально смогу ли доплыть, вопрос еще сильнее. Вот смотри, какое местечко-то, вроде ровное. Так, откуда мне тут лучше взять, попробовать доплыть до него? Все, рискнем. Не хотелось бы мне потонуть тут, блин. Серьезно. Чувак, ты настолько хреново плаваешь? Это просто жесть. Тренировать плавание. Погоди, я ж плот могу построить. А, на верстаке только. Так, только на верстаке. Кстати, можно попробовать тут как-нибудь найти поузее местечко. Или давай дальше пробежимся, посмотрим, что там дальше может. Ну, вообще-то мне это место больше нравится. А тут видишь, в чем... А, нет, деревья рядом есть, в принципе. Не знаю даже. Привет. Стрелы даже есть. Если я здесь поставлю второй спальник, мне туда хочется.
Я не доплыву. Блин, это надо было с другой стороны реки идти, да? Кстати говоря, мы сейчас пойдем обратно тогда. Реально. Чего я туплю, да? Я вот змей слышу уже тут много раз, но не видел еще ни одной. Но ведь могу я сделать проще, поставить верстак. Еще один перья. Я тут только одну птицу видел. Ворон, ты там где? Мне перышки нужны. Так, домики разваливаются, я понял. Но тут не вариант. Короче, дело было к ночи. Я, конечно, не против так побегать, но это потом побегаем. Сейчас давай возвращаемся, попробуем поставить верстак. Возможно, у нас что-то и получится. Флот-то надо будет построить по-любому. Корабль-то вряд ли я смогу сварганить. Было бы, конечно, хорошее чудо. Кто из вас чудеса верит? Особенно такие. Кстати, мне интересно, камни будут ли здесь по новой респауниться. Вот что мне довольно-таки любопытствует. Я вот поэтому и пытаюсь все собрать, потому что, может, они респауниться-то и не будут нифига. Тогда я скажу, ой-ой-ой. Kingdom of Amalur, когда вот были такие разводы, это значит, какое-то спрятанное сокровище было. Здесь же нет. Надо будет тренироваться плавать. Долго и упорно. Вот это вот что за хрена? Это птица. Это была птица. Что за птица? Ну, ее слух, скорее всего, тут гавать. По-другому вряд ли получится. Так, ну, временное прибежище мы сделаем здесь. Так, делаем. Ух, где ты лесом? Где наш плот? Даны, стрела, топор, молот. Мотыга. Нож. А кирки здесь, в принципе, нет или что? Я вот сейчас не понял юмора. Ему нужен верстак. А, так это тут радиус действия еще и верстака должен быть. Твою ж дивизию. Совсем прикалываетесь. Надеюсь, ты выплыть-то сможешь. Спасибо, хоть мы его толкать можем.
Я много благодарен хоть за это. Давай, давай, давай. Мы поплыли, ура! Это парус такой, господи. Так, вот это вот местечко меня очень интересует. Вообще, полностью. Оно очень кажется ровным в некоторых местах. Я, возможно, смогу здесь хотя бы что-то делать. Пока давай тогда плот здесь день затарим. Так. Ну да, здесь хотя бы относительно ровные места. Прям не очень скажу, что ровные, блин. Тут терраформирование почвы может есть. Раскатал я губу. Ай. Есть довольно-таки много всего. Нам надо сейчас что? Ну, вон, да, домик есть, кстати говоря. Понимаете, теперь почему около воды? То есть зона действия верстака должна быть. Блин. Даже забор частично был. А, тут не одна халупа. Тут... О, тут целая... мини-деревенька была. Интересно. Да ладно. Даже кровати есть. Янтарь. Перья, золото. Вышка даже была. Ну. Так, что у нас там такое? Так, ну это опять же кроватка. Я не привередливый. Надо эти кровати все посносить, правда? Могу еще одну кровать поставить? Что-то придется эти сносить. Не так это и сложно. Да, ну чё, такая хибара нам подойдет, как времяночка. Я думаю, вполне. Верстак. Я этот верстак когда-нибудь прокляну. Не, ну вот так где-то и поставлю.
Да ладно, у меня что кончилось? Ух, ё. Серьезно? Пойдем добывать дерево. Ну, как времянка, я думаю, сойдет. Будем думать потом дальше. Над всем остальным. Пытаться починить тоже тут. Вариант еще тот, я смотрю, да? А, это птиц, которых надо будет подкромсать, я понял. ДПС не проходит. Нельзя. Улучшенный нужен. О, как оно. Ага. То есть мы обычное дерево можем рубить. Вот оно что. Вообще надпись могли бы сделать, чтобы она помедленнее летела. Что за бух? Я вообще не понимаю, таких деревьев я никогда не слышал. Охренеть можно. Вот насчет скелетов, конечно, я не ожидал немного. И это что сейчас было? Так, где мы тут заспаунимся? Слушай, прикольно. Ну, так сказать, прикольно. Так, каждый раз, когда ты повержен. Да какого шлешего? Я ж не здесь, я ж кровать поставил. Да ладно тебе. Я же поставил, блин, кровать. Почему я здесь очухался? Я не понял что-то. Ой, какой отстой. Вот это срамота. Я-то думал вот по-другому. Ну, блин. Я хоть молот сделаю, тогда эту кровать я сношу с верстаком и сундуком. Я даже снести не могу. Серьезно? Бать. Как мне удалить эту сраную кровать, которая мне сейчас, в принципе, не нужна вообще нафиг? Не знаю, что и сказать.
Реальное позорище. Ой, я надеюсь, хотя бы мои шмотки не пропадут. Да, на минус. Шмотки на минус. Обалдеть. Удалить. Хотя вроде там delete можно делать. А почему? Хотя бы сделали выбор последней кровати, чтобы я мог поставить. Блин. Идиотизм по поводу. Не весело бежать нифига. Ну, хотя сейчас посмотрим, сколько напрямую займет у нас. Приглючило или там. А, это скорее всего, пулялся. И 15. Что такое 15? Потом сначала надо разобраться, какого черта я на той кровати сраной возродился. Хотя все равно пришлось бы бежать. Но я вообще хотел бы побежать, поисследовать территорию немного. Немного кожи собрать. Да ёб твою дивизию, что за херня такая? Еще раз сдох, прекрасно. То есть я сейчас профукал все эти шмотки. Ну и Гей в этот раз откопырился. Ну вот здесь. Ну какого черта я здесь? Долбанутая игра. Ебанутая игра, блин, по полную. Давай хоть попробуем выносливость восстановить, поспать. Херли делать-то еще остается. Сейчас те шмотки просрал, но я реально не знаю, что делать тогда. Что тогда делать-то, а? По новой, что ли, собирать? А я даже. Посмотрим сейчас. На карте, блядь, не отмечается ни хера, блин. Я метку не могу поставить. Какого черта? Ой. Паузы нету. Вот обидно вообще-то. Начальные ресурсы, которые ты еле-еле нашкрябал, так просрать. Обидка. Впрочем, надо вон до туда добежать. Да? Я, честно говоря, не вижу, чтобы он хотя бы какие-то скиллы себе прокачивал по поводу бега. Хотя бы. Графика такая смазанная, что ничего толком еще и не видно, блин. Это, наверное, самое обидное.
надеюсь, хоть то не потерялось, иначе будет реально обидно. То говна я могу насобирать 3 тонны с половиной. Хотя если скелеты появляются только, в принципе, по ночам, это даже интересно будет. Надеюсь, не просрался кремень. На все остальное глубоко чихать. А кремень и кожа. Нет, фух. Ох, елы-палы. Хорошо, шмотки остались целы, уже в 100 раз легче. Камни скинем. Ты, ворон хреново. Объясни-ка мне на милость. Я кровать потому что не поставил. Все, я понял. Погоди, ну ставил уже. Почему я был уверен, что я кровать все-таки поставил? Странно это все. Я был уверен, что я кровать поставил. А, у меня же дерева не было, я за ним побежал. Все, вспомнил. Вспомнила бабка, когда девкой была, да? А, это я лоханулся. Лады. Так, если возьмете с собой слишком много вещей, вы сможете... станете нагружен, что для меня это вашу работу уяснит восстановление выносливости. Оно, мягко сказать, замедляет. Оно меня просто, блин, остановило. Ладно, народ, на этом я закончу. В принципе, мы проверили смерти, шмотки остаются, это хорошо. Всем удачи, всем пока. Ну, новая хата, правда, без крыши, да и пофиг тут.